В эфире ток-шоу «Давайте обсудим», и я ее ведущая Гульнара Умарова. Здравствуйте. Сегодня у нас тема такая вечная, как женская красота и женское здоровье. И у нас гости в студии Роман Григорьев, ведущий праздников, Надежда Нугманова, фитнес-диетолог, Нелия Шамагина, эстетист по телу, Марина Соловьева, дизайнер одежды, Альфия Нурланбаева, заведующая отделом областного центра ЗОЖ, и Мария Шамандарян, инструктор по фитнесу и массажист, тренер йоги. Здравствуйте. Ну, сегодня наша общая задача такая, за короткое время буквально, рассказать и дать женщинам нашим рекомендации, как прийти в себя после затяжной зимы, весеннее обновление, правильное питание и все такое. Ну, давайте начнем с вас все-таки, Нелли. Много ли женщин все-таки приходит к вам за тем, чтобы привести себя в порядок, тем более после зимы? Ну, в наше динамичное время женщины, конечно, стали уделять себе внимание, это заметно. Но решить проблему, только делая массаж, обертывание и различные спа-процедуры, со здоровьем мы, конечно, не сможем. Мы должны направлять женщин, чтобы они и разобрались в своих внутренних органах, чтобы к нам они приходили здоровыми. И тогда мы, конечно, с удовольствием поможем им и предложим очень массу услуг, которые не только подкрепят их эмоционально, но и физически. И поможем им стать более стройными, изящными, уверенными в себе. Ну, конечно, сейчас многие хотят нагнать себя буквально за 2-3 месяца к пляжному отпуску. Стараются сходить в тренажерный зал. Сейчас, как отметили некоторые инструкторы, все-таки именно в это время покупка абонементов, она возрастает по сравнению с другими временами года. Весной, летом как раз, да. Но вы согласны с тем мнением, что красота красотой, все-таки эти процедуры на лицо, на тело, подтяжка, это все хорошо, но все-таки нужно начать с работы организма, здоровья все-таки. Конечно, однозначно. Надо начать с внутренних органов, как работает кишечник, печень, кровеносная система, обратить внимание на давление. Ну, здесь очень много вопросов, и когда, конечно, к нам приходят женщины, мы собираем у них такой небольшой анамнез, чтобы как-то их настроить, и объясняем, что ну, невозможно, не перейдя на правильное питание, на физические нагрузки, решить проблему, только придя к нам. Ну вот Надежда Нугманова, наверное, с вами согласится как раз. Надежда, вот все-таки самое главное, это, наверное, правильное пищевое поведение. Вы согласны здоровое с этим? Здоровое. Я даже сказала не правильное, а здоровое. То есть, да, от многих продуктов придется отказаться, и, наверное, я бы порекомендовала вообще навсегда. И это, естественно, будет сказываться очень положительно на всей системе организма. То есть, ну, и пищеварительное, соответственно. И мы можем избежать очень многих заболеваний, которые ведут, ну, допустим, вот употребление сахара, в частности. Мы не замечаем скрытый сахар, который есть в продуктах, и считаем только тот, который мы там положили в чай там сахар, варенье и так далее. То есть явный сахар мы считаем, скрытый мы не видим, а потом многие удивляются, откуда у нас сахарный диабет, да? То есть это тоже очень, культура питания, она очень важна. Она помогает избежать очень многих заболеваний в дальнейшем. И, соответственно, организм, когда человек правильно питается, употребляет здоровую пищу, он его благодарит, соответственно, улучшается внешний вид, ну, не только женщин, мужчин тоже, внешний вид волос, ногтей, кожи. И, в принципе, конечно, когда женщина, девушка, ну, так скажем, следит за собой не только в плане питания, естественно, физическая нагрузка тоже очень важна, обменные процессы организма тоже начинают быстрее все это обновление происходит в организме. Ну, естественно, там эстетическая часть тоже очень важна. То есть, когда оно все вместе, да, это дает вот такие когда вот результаты. Когда оно все в комплексе. Да, да. Все. Будет вообще великолепно. А для этого нужно полюбить себя. Я с вами соглашусь. И разлюбить сахар, я думаю. Вот скажите, пожалуйста, Мария, вот лично вас я всегда помню стройной, подтянутой.
вам все-таки удается, вот как говорила Надежда, все-таки сдерживать себя от употребления вредных продуктов, допустим? Ну, я не сдерживаю себя, я их не употребляю. Угу. А тот же самый сахар, в доме его нету. А если какие-то еще продукты, которые мы знаем, газообразование, то, что мы всегда, да, там, рекомендуем также на массаже их не употреблять. А те продукты, которые ухудшают состояние здоровья, в моем доме их нету. И я соглашусь с Надеждой, если изначально будет правильная культура питания, и что очень нас всегда интересует, это наши ногти, волосы, лицо, да, они же у нас снаружи, мы их больше видим, чем свои органы. А если будет правильное культурное питание, то они будут в состоянии здоровья, а у нас немножко кошелек сохранит свою финансовую возможность. И все баночки, скляночки, которые мы мажем здесь, мы втираем сюда, на лицо, там большинство всякой косметики, они отпадут. Не будет необходимости в таком большом количестве косметики, в таком большом количестве употребления кожи, так как, возможно, если неправильный подбор на лицо, на тело косметики, будет ухудшение состояния кожи, здоровья физического и также полностью, в общем. Ну вот как я, раз, наверное, профилактикой питания у нас занимается Альфия. Вот расскажите, пожалуйста, в профессиональном плане все-таки, как найти подход к человеку? Допустим, он с собой не занимается и не предпринимает никаких усилий. Здесь было правильно сказано, что внешняя красота человека должна соответствовать внутренней красоте, внутренней гармонии, так скажем, системе организма. Согласно социсследованию Всемирной организации здравоохранения, было уже доказано, что здоровье человека зависит на 55% от самого человека, от его образа жизни. И лишь 10% здесь составляет здравоохранение, в том числе препараты, новейшие методы обследования, оказание медицинских услуг, где-то 18% экология, где-то 17% экологический фактор составляет, генетический фактор. То есть в большинстве случаев в развитии заболеваний виновен прежде всего сам человек и в том числе его образ жизни. Здесь мы говорим о внешней красоте человека, в том числе и женщин. Хотелось бы особенно подчеркнуть, мы как медицинские работники говорим это, в первую очередь говорим об этом и всегда на это акцентируем внимание. Нужно вести здоровый образ жизни. Что это такое? Конечно, это двигательная активность. Вообще, опять же, по стандартам Всемирной организации здравоохранения, человек должен в день двигаться, это минимум, я говорю, минимум, не менее 30 минут. Это минимальная планка. Если человек не двигается даже 30 минут, то есть подъем по лестнице, например, 20 минут, прыжки, бег, танцы, что-то вот, взаимозаменяющие вот эти вот двигательные движения, то это, конечно, человек попадает в группу риска однозначно. Это неправильное питание. Мы говорим вот опять о принципах здорового питания здесь, возможно, будет еще говориться. Это избыточная масса, как следствие неправильного питания и малоподвижного образа жизни. Опять же, исключение обязательно, если женщина должна быть, хочет быть красивой, обаятельной, привлекательной, обязательно исключить из своего образа жизни поведенческие факторы риска, мы говорим. Что такое поведенческие факторы риска? Это фактор риска, который приводит к развитию хронических неинфекционных заболеваний. Это сердечно-сосудистые заболевания, это сахарный диабет, это онкологические заболевания. Какие поведенческие факторы риска? Это табакокурение, это злоупотребление алкоголем. Мы говорим злоупотребление алкоголем. Там есть минимальная дозировка, которую уже можно употреблять, но не переходить границы. Это избыточная масса тела, опять низкая физическая активность. Вот эти вот составляющие компоненты, которые мы должны не допускать вот, или предупреждать в нашей жизни, вот эти поведенческие факторы риска не должно быть в идеале. И тогда, в принципе, аккумулируя все вот эти и косметические какие-то процедуры, вот, посещая всевозможные кабинеты, можно все это в сумме, конечно, достичь идеального, я не знаю, идеальной красоты для женщины, может быть. В том числе, конечно же, прежде всего, здоровье. Если женщина здорова, если нет никаких заболеваний, конечно, она и внешне может достичь внешней красоты. Хотелось бы особо подчеркнуть. Понятно. Нелли, а вот вопрос к вам все-таки. Сейчас вот существует не так давно, наверное, такое понятие, как фитнес-массаж. Вот скажите, пожалуйста, с помощью массажа можно вылепить тело скульптурно, скажем? Либо одним этим не обойдешься? Ну, одним этим однозначно, конечно, не обойдешься.
Массаж дает очень хорошие результаты, когда весь организм работает в комплексе. Когда, как мы уже говорили, есть здоровое питание, есть физические нагрузки. И когда, например, ко мне приходит женщина, ну, весит 100 с лишним килограмм и говорит мне: вы мне поделаете массаж, я хочу стать стройной. Я таких женщин не беру к себе. Я стараюсь им доходчиво объяснить, что нужно сначала разобраться, начать, чтобы вес пошел, вы должны научиться работать с собой. И если у вас пойдет, да, мы можем начать делать лимфодренажный массаж, чтобы организм как-то заводить. Но работать именно по целлюлиту я не могу там, потому что я нанесу ей только вред. Если все это профессионально разложить, а не просто вот... То есть избыточная масса тела все-таки? Избыточная масса тела, мы возьмем такого клиента, но он должен начать скидывать свой вес, скидывать свою массу, и тогда мы подключаем массаж и все наши процедуры, тогда они будут работать. Тогда они будут работать. А если просто начать с массажа и со спа-процедур, это будет просто потеря денег, времени и нашей энергии. Мы не добьемся нужного результата. Понятно. И мы стараемся всегда это донести до клиента. Вот очень я вот хотела добавить, очень я рада, что мы сами, это наша общая цель, чтобы человек был внешне красив и внутренне, чтобы у него была гармония. Вот что вот, принимая клиента, например, вот здесь вот уважаемые здесь гости говорят о том, что предварительно, конечно, они сначала, ну, консультируют, наверное, сначала узнают о том, человек есть какие-то заболевания, например, однозначно, да, мы это, спрашиваем, это, конечно, говорим противопоказания, конечно, мы не можем же брать всех, как говорится, и не должны наносить вред, да, это мы должны делать человеку пользу, чтобы ему было хорошо от наших процедур. Да, это, конечно, это правильно, я полностью согласна. Здорово. Понятно. Марина, к вам, наверное, в ателье тоже приходят женщины, у которых немного есть, ну, образно говоря, проблемы с фигурой. Они вот просят вас скрыть какие-то недостатки, сделать какой-то складки, либо еще как-то шить одежду так, то есть, чтобы не показывать. Чтобы не было заметно. Да, не бороться, однозначно, а скрыть. Конечно. Я даже скажу больше, что основная масса наших клиентов, вот моих в том числе, как раз приходит с первой задачей, это сделайте мне фигуру, пожалуйста, чтобы у меня была талия, там, бедра, чтобы грудь не было или была. То есть однозначно первая задача женщины – это, конечно, что-то скрыть и сделать себя, преподнести себя в этом платье более выигрышно. Тут уже и каждый раз с этой задачей мы стараемся справиться, объясняем, показываем. Хотя бывает трудно, потому что я начинаю человеку объяснять, ну, смотрите, вот что-то сделать можно, что-то сделать нельзя. Некоторые не понимают, они хотят все равно от мастера, чтобы она стала идеальной. Но мы стараемся, потому что в моей работе трудно сказать женщине, вот вы смотрите. Но чаще я стараюсь обратить внимание на ее красоту. Я говорю своим клиентам: посмотрите, какая вы красивая, потому что часто вот эти комплексы, они мешают и мне в работе. Я стараюсь как-то женщину раскрыть, чтобы она себя полюбила, не только в этом платье, вообще глядя на себя в зеркало. Это такой немножко момент даже психологический больше. Здесь уже работаешь ты и как дизайнер, и как мастер, и немножко уже и как психолог. Потому что иначе результат будет, какое бы ни было красивое платье, глядя на себя в зеркало, если женщина себя не любит, еще и видит кучу в себе комплексов, то ей, конечно, трудно. Она смотрит все некрасиво, все, весь мир. Да. Вот, поэтому, да, здесь уже как-то, кроме того, что мне надо скрыть, но мне надо еще важно ей преподнести, что вы в любом случае женщина, вы очень красивая, в каком бы весе, лице вы не были. Ну и, конечно, конечный результат, тогда женщина выходит довольная, все случилось, да. Платье удалось, что-то скрыли, что-то открыли. Здесь уже, это уже моя работа от этого. Так мы создаем для наших женщин. Но все-таки не секрет, конечно, что мы, женщины, стараемся не в малую очередь ради мужчин все-таки, чтобы понравиться мужчинам. И, ну, конечно. Давайте подключим вот тяжелую артиллерию. Вот все-таки, Роман, как вы считаете, какой должна быть женщина все-таки в вашем понимании? Ну, в первую очередь, я бы хотел подчеркнуть, как ведущая, это духовное состояние. Да, если женщина будет духовно
счастливо, духовно богато, то и скажется это все на внешнем факторе, на здоровом факторе. Немножко хотел подчеркнуть, да, такая история. Мужчина говорит про одежду, просто сейчас говорили, да, мужчина говорит женщине, это платье тебя полнит, а я-то на беляши грешил. Так что, да, конечно, я как ведущий стараюсь сделать праздник и девушек, женщин счастливее, может быть, где-то веселее. Вот, то есть мы занимаемся именно этим делом. И все это, конечно, сказывается на общем факторе. А вам не кажется все-таки, что он немного лукавит? Вот идет мужчина по улице, увидел духовное и тут же влюбился. Но все-таки на внешность он тоже обращает однозначно внимание? Однозначно. Первое внимание идет на внешность. В любом случае, так же, как и у женщины, так же, как и у мужчины. Первое, ну, вот, не знаю, это чисто внешность. А потом уже... Ну, под внешностью однозначно духовность. То есть она так и выглядит. Какая она внутри, такая она и снаружи. Мы от этого никуда не денемся. Поэтому, возможно, он даже прав. В первую очередь, какая внутри, такая снаружи. Но все-таки вы только на духовной, либо внешности тоже. Есть такое в женщине, на что вы в первую очередь обращаете внимание? Ну, я хочу отметить, да, я женат уже 2,5 года. Встречались мы 5 лет, ну, вместе с семейной жизнью, 5 лет, ну, в общем, вместе. На свою жену я, конечно, обратил в первую очередь внешне, она меня устраивала по всем внешним параметрам, да, то есть мой эталон, она сама за активный образ жизни, занимается спортом и по сей день, вот, играет в бадминтон и различный активный образ жизни, то есть максимально задействует себя. Ну, конечно же, я в первую очередь отметил в ней внешние какие-то данные, а потом уже в процессе общения, да, я уже понял, что да, это мое, что я женюсь. Но я напоминаю о том, что все-таки наш телефон прямого эфира – это 26-90-77, и первый звонок у нас уже все-таки есть. Добрый день, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вот смотрим вашу программу о красоте, да? О духовности, себя полюбить. Мне 62 года. Я болею 13 лет. Я не могу излечиться, потому что так нас лечат врачи. 13 лет я им говорила, у меня болят ноги. Они внимания не обращали. Сейчас я уже не могу дойти до больницы. Вот. Теперь позвоночник у меня. Лежала в больнице. Меня посылают в Самару с позвонком. У меня 40 пенсии, 40 тысяч на данный момент. У меня аллергия. Меня и посылают, говорят, езжайте, говорят, в Оренбург. У нас там аллерголог хороший. Потом мне сказали, у вас столько болезней, столько болезней. Но я не могу платить в каждом отделении. Хорошо, спасибо, ваш вопрос понятен. Вот все-таки, наверное, есть такие случаи, как у этой женщины, когда, конечно, хочется быть и красивой, но здоровье, особенно запущенное, как в ее случае, когда годами болеешь, оно не позволяет. Вот как быть ей, например? Ну, я думаю, ей нужно найти хорошего доктора. Я думаю, так, начать надо с этого, потому что здесь уже, конечно, привлекать, ну, как бы ее каким-то программам, процедурам сложно. Здесь нужно именно заняться здоровьем, нужно найти хорошего доктора и как-то начать выполнять все его рекомендации. Сейчас бы еще добавить к данному звонку. Конечно, здесь женщина в возрасте 62 года, есть хронические заболевания. Нужно лечиться. Скорее всего, она стоит на диспансерном учете по месту прикрепления в поликлинике, в какой-то поликлинике. И раз стоит на диспансерном учете, то должна проходить профилактические осмотры, получает, наверное, лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. В любом случае, здесь нужно обращаться по месту прикрепления в поликлинику, к участковому врачу, и там уже они должны давать конкретные рекомендации и лечение по факту данного заболевания. В данном случае что-то конкретно сказать, какая патология, что-то связано с позвоночником,
возможно, какое-то хроническое заболевание опорно-двигательной системы. Здесь нужно получать лечение, конкретно лечение по какое-то продолжительное время. Скорее всего, хронический процесс идет. Здесь, конечно, в любом случае нужны лекарственные препараты, лечение у специалиста, врача-специалиста. Да, да. Но все-таки внутреннее состояние – это очень важно. 62 года – это не возраст. Конечно. Я хочу сказать, что вот моей маме на данный момент ей 66 лет. Два года назад она прошла тренинги по личностному росту и… Благодаря этим тренингам, возможно, и просто внутренней радости. То есть она занимается там дачей, ходит, радуется. То есть вот это движение, не зацикленность на болезни. То есть когда столько лет болеешь, конечно, о чем можно думать? Только уже все, надо что-то лечиться, и надо что-то делать. Да, только о болезни. Понятно. Все-таки в комплексе вот это внутреннее состояние женщины, оно зависит вот от того, на что ты смотришь, на что ты обращаешь внимание, как ты радуешься. То есть это далеко не возраст, это не приговор. Может быть, надо начать с себя действительно... Уже посмотреть себя в зеркало и полюбить. Ясно. Ну, давайте узнаем, любит ли себя следующий телезритель, который к нам дозвонился. Говорите, добрый день. Добрый день, слушаем вас. Меня зовут Анара. Мы все знаем, что уже весна, мы все на диете. И женщины, мы всегда голодаем в это время. Может, какое-то есть правильное питание, что посоветуют вот специалисты. И какие упражнения нужно выполнять дома? Спасибо вам большое. Надежда, это, наверное, вопрос к вам. Да, наверное, больше ко мне. Дело в том, что, например, я как фитнес-диетолог очень негативно отношусь к диетам, особенно к монодиетам, потому что они не дают всех тех питательных веществ, которые мы рассматриваем на правильном, то бишь здоровом питании. Должно быть все в комплексе. Естественно, какие-то продукты мы исключаем, которые вредны организму, опять же, повторюсь. Но, в принципе, когда к нам приходят на консультацию, мы составляем полностью рацион питания, контролируем, заводим дневники, анкетируем, естественно, вначале смотрим, какие есть заболевания, то есть тоже собираем анамнез, может быть, у человека там щитовидная железа или удален желчный пузырь, ну, различные заболевания могут. Естественно, мы подстраиваемся, потому что то, что можно здоровому человеку, например, человеку с различными заболеваниями, не всегда подойдет. Мы все эти факторы, естественно, учитываем, разрабатывая, ну, планы питания. Сейчас в интернете очень много различных комплексов упражнений, начиная от не очень сложных, заканчивая, конечно, там, как на бешеной сушке. Но это, конечно, я считаю, что перебор. Женщина – это существо хрупкое, нежное, и, ну, это мое мнение, кроссфит не для женщины. Может, кто-то со мной не согласится, но я опять же повторяю, что это моя точка зрения. Но опять же, сейчас в городе очень много фитнес-центров, персональных тренеров, очень много тренажерных залов, куда вы можете пойти заниматься. Если у вас не устраивает время, можно персонально позаниматься или же там как-то ходить разово. Я считаю, что сейчас на данном периоде это как бы, ну, не проблема. Если вы хотите правильно, самое простое, что вы можете сделать, это исключить сахар и мучное. Это элементарные вещи, наверное, которые многие зрители и без меня знают. Но почему-то мы все знаем, мы смотрим эти календари питания, постоянно знаем, что не нужно кушать, в какой половине дня. Но мы придумываем массу причин и отговорок, чтобы этого не делать. Хотя все мы знаем. Давайте послушаем следующий звонок нашего телезрителя, а потом продолжим. Добрый день, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Слушаем. Здравствуйте. Я давно смотрю ваши передачи, мне очень нравятся ваши передачи. Спасибо. Хотела спросить, утром можно, а полезно или вредно бегать с утра? Утром бегать. Бегать? Понятно. Мария, как вы ответите на этот вопрос? Я бы сначала узнала, какой возраст, какое состояние здоровья позвоночника. Вот, и здесь уже от этого зависит, полезно ли утром, вечером, и вообще полезно ли бегать в данном случае кому-то. Так как, немножко вернусь к предыдущему вопросу, какие упражнения можно выполнять дома. Можно выполнять упражнения все, вопрос, полезны ли они и навредите ли вы себе. То есть я бы рекомендовала занятия все-таки с тренером. Очень много у нас сегодня студий фитнеса в городе, и квалифицированных тренеров у нас в городе, слава богу, очень много. К любому тренеру
вы можете обратиться, любой тренер вам может порекомендовать. Да, если вы не успеваете, есть персональная тренировка, и это еще лучше, результат будет гораздо лучше. И я не отвечу на этот вопрос по поводу бега. Я не знаю человека, я не знаю возраст, я не знаю состояние позвоночника. Потому что есть рекомендации, когда бегать лучше нельзя. Ходьба самая лучшая. Как минимум 30 минут в день ходить. Да-да, конечно. У меня у самого есть небольшие проблемы с позвоночником, ну, сколиоз. Никто не понимает. Всех они. Да, и бывает, когда я много бегаю, ну, я тоже держу себя в тонусе, бегаю, начинает болеть спина. Я использую ступеньки. Есть у нас стадион Атаян. Да. Вот, и любимый. Просто ходьба в гору, с горы, она сжигает больше калорий, чем бег. Угу. Вот, поэтому я бы рекомендовал. За ходьбу, да. Да. То есть... Я тоже могу, можно присоединиться. Да, да, я тоже являюсь фитнес-инструктором, помимо фитнес-диетолога, как бы стаж тоже большой. Я вот соглашусь с Машей, что да, ходьба в таком умеренном темпе, она, наверное, самый приемлемый вариант, и действительно она сжигает больше калорий, чем бег. Бег, в свою очередь, тренирует сердечно-сосудистую систему больше и направлен именно на это, нежели на снижение веса. А когда есть проблемы с позвоночником, бег – это высокоударная нагрузка, естественно, на позвоночник и суставы будет очень большая нагрузка, да. Особенно если у человека еще избыточный вес. А если дыхание у него неверное, то не факт, что этот бег пойдет на пользу. Лучше научиться изначально дышать, потому что по-любому приходит где-то 90% людей, которые дышат неправильно. Как организатор праздников хочу добавить, да, многие, кто держит диету, приходит на свадьбу, там, на юбилей, и здесь все диеты отменяются. Происходит срыв. Я бы рекомендовал поменьше кушать и побольше двигаться и танцевать. Танец тоже очень полезен. Если там, конечно, до нижнего брейк-данса не доходить, то, в принципе, это будет тоже хороший сброс калорий и сжигание. Очень хочется, Гульнар, вернуться, вот как супруга, да, у вас занимается. Лучше вернуться в начало, в детство. Приучать детей к спорту, к здоровому образу жизни, приучать детей к правильному питанию. Если ребенок изначально привык к правильному питанию, он уже в старшем возрасте не будет кушать то, что не нужно. Если вы, конечно, ребенку даете то, что он любит, хочет, плачет и бьется в истерике в магазине, хочет там какие-то сухарики или шоколад какой-то непонятный, непонятного производителя, то, естественно, ваш ребенок уже заведомо в будущем будет изменен по состоянию здоровья. Начинайте сначала, начинайте с себя. Не начали вы в детстве, начните сейчас. Начните сейчас со своим ребенком, покажите ему пример. Если говорить ребенку, что это есть нельзя, а самой втихаря там покусывать, ребенок все это видит, он будет точно так же делать. Ясно. Но еще, конечно, есть такое понятие, вот как правильно вы сказали, то, что мы зачастую скрываем свои вот недостатки, ведь, как известно, проблемы с организмом, они все-таки проявляются в лишнем весе, в высыпаниях разных. И мы, конечно же, усиленно мажемся косметикой, мазями, много денег на косметику тратим, вот, чтобы далеко не ходить. У меня вот целый арсенал, но это только уходовые вот средства небольшие, но не буду все вытаскивать, потому что это хлам. Вот скажите, пожалуйста, зря ли мы тратим вот все средства, ну, чтобы мужчине было понятно, по стоимости, как зимняя резина? Ну да, знаете, вот я скажу так, что питание на самом деле происходит изнутри. Употребление, ну, в данном случае белка, да, способствует выработке коллагена и эластина. Это тоже белок. Неважно, растительный белок, неважно, это животный белок. Главное, чтобы он был. И то есть сбалансированное, правильное питание может избежать многих проблем. От того, что мы наносим крем с коллагеном на лицо, оно не даст нам тех результатов, нежели вы начнете правильно питаться. Когда вы начинаете правильно питаться, обменные процессы запускаются, организм начинает самоочищаться лучше, больше, выводить различных токсинов тоже самостоятельно. И то есть, когда вы здоровы изнутри, вы будете здоровы и снаружи. И отпадет необходимость, как Мария сказала в самом начале, во всем этом большом арсенале. Возможно, вы
обойдетесь просто уходом, ну, там, всякие факторы погоды, там, дополнение. Зима, да, там, увлажнение и так далее. Этого будет, там, пару кремов будет достаточно, нежели большой-большой коробки. Да, я вот, если могу добавить по лицу. Момент такой, если все, что сказала Надежда по правильному питанию, это присутствует, то косметика, во-первых, снижается, минимальный объем косметики, но еще большой, что плюс, что любят женщины. Губная помада хорошо наносится, косметика не скатывается, впитывается правильно крем, он не уходит туда вниз, и в принципе весь макияж, он минимальный, но он держится целый день. Ежели вы с утра наносите очень много косметики, тонального крема и всего остального, что опять сыпется, и как говорят, что вот штукатурка и все остальное, это процесс, вариант неправильного питания. У женщины, естественно, она хочет все это скрыть косметикой. Этот арсенал будет большим. Если есть правильное питание, он сокращается, сокращается, и семейный бюджет в порядке. И мужья довольны. Понятно. Вот последний вопрос как раз к нашему мужчине, вот к Роману. Вот скажите все-таки... Вот я начну, наверное, с анекдота, да, как одна подруга советует другой, что не надо сразу шокировать мужа, нужно вытаскивать эти кремы по одному и постепенно наращивать арсенал. Вот все-таки, Роман, у вас много у жены кремов? Такой злободневный анекдот, знаете. Ну, конечно, когда заходишь в ванну, я пытаюсь иногда найти свою, так сказать, косметику, да, хоть я и ношу бороду, нужно немножко делать каемочку, да, и мне надо найти крем для бритья, иногда я просто не могу отыскать среди всей этой огромной массы косметики. Я не знаю, конечно, она, может быть, не всегда так много ей пользуется, просто, мне кажется, это уже традиции такие сложились женские, что надо, надо. Поэтому, да, много. Но все-таки мужчина, конечно, тоже по-своему прав. Но давайте все-таки, я вот хотела бы под итог, как призвать вас и всех женщин, чтобы в первую очередь, действительно, как вы сказали, мы любили себя в первую очередь. Мужское мнение, конечно, оно важное, и мнение окружающих тоже, но все-таки нам нужно любить себя в первую очередь. Уже тогда потом полюбят окружающие. Это было ток-шоу «Давайте обсудим». Как сказал один классик, в человеке важно все, и должно быть красивым все, и душа, и мысли, и одежда. Я надеюсь, что некоторые наши сегодняшние рекомендации, наше обсуждение все-таки хоть немного помогло вам стать спокойнее, увереннее и красивее. Всего доброго!